изысканные итальянские шахматы из Палестоуна Нигрискакки, баталья ди Ватерло, битва при Ватерло. Это решающая битва двух элитных войск. Старой гвардии Наполеона и британской гвардейской бригады. Битва под Ватерло ознаменовалась поражением Франции в войне с коалицией. Она привела к отречению Наполеона от престола, к смене власти во Франции и к возобновлению власти Бурбона. Доска «Бокс Мароне» – коричневая шахматная доска «Бокс», обшитая натуральной кожей. Доска деревянная, двухсторонняя, для игры в шахматы и нарды. Размер доски 48 на 48 сантиметров, толщиной в 5 сантиметров. Шахматные фигуры изготовлены из мраморной крошки из карьеров Каррера, Италия. Фигуры по одной обрабатываются и расписываются вручную итальянскими мастерами. Весь процесс происходит в Италии, в провинции Лукка. Фигуры достаточно большие, высота короля 10 сантиметров. Каждая фигура уникальная, изображает участников битвы с двух сторон.